решение о дисквалификации наших паралимпийцев вне права, вне морали и вне человечности. Это просто цинично отыгрываться, срывать злобу на тех, для кого спорт стал смыслом жизни, на тех, кто своим примером дает надежду, веру в свои силы миллионам людей с ограниченными возможностями по здоровью. Мне жаль даже тех, кто принимает подобные решения, поскольку они не могут не понимать, что это для них самих унизительно. Мы, конечно же, используем все инстанции возможные для того, чтобы доказать нашу правоту и неправоту наших оппонентов. Ну, я могу ответить. Я, знаете, с вами... Я как шеф миссии сборной, национальной сборной команды, обратился к ним и сказал, что не ломайте тренировочный процесс, продолжайте готовиться. Мы за вас боремся. Вы помните основные вехи нашего движения, вы знаете.